Вот оно, царство тракторов, ребятки. Я вот вчера вечером разгрузился, съехал на нем вчера, и вообще он, надо сказать, так хорошо сошел, но вообще как космический корабль. Сравнить его с трактором «Беларусь», на котором я не катался, но вообще тихо. Как он съехал с этих ступенек, вот этих, вообще незаметно там, раз. Я даже не почувствовал, когда он на земле оказался. Настолько это Кадиллак реально в мире тракторов.